Привет, я Дэн Змей, солнечное побережье Ясенской переправы. Сейчас я хочу показать несколько упражнений, которые рекомендованы начинающим кайтерам и в качестве разминки, и в качестве предварительной подготовки перед тем, как куда-то добираться на занятия с кайтингом. Дело в том, что как бы мы ни занимались, там, не знаю, может кто-то гимнастикой, кто-то занимается, упражнения правильно делает, ему будет легче. Но многие ученики приходят, у которых элементарно нет мышц, которые бы позволяли просто даже нагнуться к ногам, там, деться в доску, вот, там, повернуть в бачок, там, свое тельце. Вот, поэтому буквально несколько простейших упражнений я бы, конечно, рекомендовал в любом случае делать заряд все время, то есть независимо будет уже у вас. Конкретные упражнения могут помочь вам в дальнейшем осваивать кайтинг с минимальным напряжением, с минимальным напряжением. Первое упражнение – обычные наклоны, то есть оно нужно вам для того, чтобы вдеваться в доску, вы могли дотянуться руками до пола и там сидя, стоя, то есть нагнуться и сидеть в многих досках. Вот упражнение. Можно то же самое сделать сидя, то есть вы сидите, вот представьте, что у вас здесь доска, вы вдеваетесь, вам надо тянуться до этой петли, даже если вы чуть-чуть немного нагнули, то прямо до этой ноги, то есть вы должны будете двигаться. Следующее упражнение самое простое, оно тоже достаточно простое, то есть мы вообще, я рекомендую вам приседания периодически делать, причем в интернете можно смотреть приседания глубокие, когда вы приседаете практически до уровня посадки на стул, да? А есть приседания такие в пол. Но вот вы можете делать поочередно такие приседания, глубокие приседания на более широком, на широкой стойке, как бы ног постановки, на более узкой постановке. Главное, если вы взять пяточки, то сделать эти приседания, чтобы у вас эти мышцы, я не знаю, они тренировались. И как раз отвечают за нагрузку на доску при катании, или вам пригодятся, держите при катании. Еще очень хорошее упражнение, это приседание, или почти пистолетик, на одну ногу. То есть одна нога выставляется при катании, одна нога выставляется. Вы не съедете влево, вес делает само тело как вот так, а почти прямой переносит на заднюю ногу, то есть это передняя у нас едет влево, да, на правую ногу мы садимся. Вот, то есть можно просто постоять на этой ноге, можно приседать, почувствовать, буквально там через несколько секунд вот она у вас напряглась. То же самое делается на этой ноге. Вы садитесь, эта нога вот почти висит, вся нагрузка на это. То есть вот это напряжение надо запомнить, оно будет у вас при катании. То есть вы держите за планку, при этом вы практически сидите на задней ноге. Вот для того, что когда вы давите при катании на эту ногу, ее будет сводить. Вы катаетесь, вот эта нога у вас напряжена, вы на ней сидите. И на этой ноге. То есть можно, конечно, делать это. Так, да? Да, да. Именно не с нагрузкой вперед тело, с нагрузкой назад. Вот. Спина прямая. Старайтесь не прямой. При этом руки у вас ничего не делают. Это не вы. Руки висят свободно. Если у вас есть спинка стула, у вас руки должны ровно лежать без нагрузки. То есть не опирались. Вы просто пальцы положили. Вы должны научиться. Руки у вас находятся в одном положении, а ноги у вас работают. Это очень тоже хорошее упражнение для того, чтобы почувствовать виртуальный стул, скажем так. Да, я сижу на одной ноге, сижу на другой, стараюсь, чтобы руки никуда не уходили.
Я его не водил. О, да. Да? Синьков первый, одна из проблем, то есть сел сюда, смотри сюда, сел сюда, может сидеть. Короче, достаточно как бы ровно, 50 на планку управляет. Зависит от того. Так что мы сделали, он сейчас стоит в одном месте без усилий. Это вот основные три упражнения, которые я вам хотел показать. Еще очень рекомендую, значит, немножко упражнения на раскручивание. Что же это бывает? Сюда повернулся, да, за кайтом. У тебя автоматом вот эта нога ушла. Надо уметь иногда довернуть тело. То есть у тебя одна рука туда идет, да, другая сюда, да. Вот. За планку держишь. И поворачиваешь. Надо не просто ровно за кайтом. Надо уметь довернуть как бы плечо вперед. Сюда, то есть вот. Еще сюда, то есть мы подаем сюда плечо. Какой-то плечо опускается назад, отходится, и за ним уходит время. Вот эти упражнения очень полезны. Повторяюсь. Сгибаемся ногам. Делаем такой полупистолетик. Прямой спиной, желательно поддержки мозгов. Плечо вперед, вверх. Плечо вверх, вперед. Ну, так, бедро, бедро, поворачивай. Вот, вот так. Вот это несколько упражнений, которые с виду простые. Если вы почувствуете, что у вас даже эти упражнения вызывают какую-то нагрузку и тяжесть, ну, представьте, что вам придется с кайтингом несколько часов делать похожие упражнения. Значит, если вы подготовитесь, приведете себя в форму, немножко напряжете заранее эти мышцы, потренируете, вам будет гораздо легче, вы выдержите больше времени на тренировке и получите больше пользы, больше знаний, занятий. Спасибо, с вами был Дэн Змей. В следующем видео я покажу еще несколько упражнений для кайтинга. Всего доброго!